Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Kids. Ребята, моя кошечка заболела. Посмотрите, у нее какая-то странная сыпь. Нам нужно срочно ее вылечить. Кажется, у нее жар. Ой, смотрите, кто это идет, ребята! Кажется, не только моя кошечка сегодня болеет, но и котик Том. Том, выздоравливай скорее, а мы отправляемся лечить нашу кошечку, ребята. Ого, какие жуткие прыщи. Давайте для начала проверим, может быть, у нее сильный жар. Ого, ничего себе, вы только посмотрите на градусник, друзья. Давай-ка скорее приложим тебе на лоб холодный компресс. А теперь собьем температуру с помощью таблеток, ребята. Держи. И еще одну. Они невкусные, я знаю, но нужно немножечко потерпеть. Бедная наша кошечка. Отлично, жар мы сбили, но нужно что-то делать с этими ужасными прыщами. Есть вот такой крем, он должен нам помочь, но не сразу. Нужно нанести его как можно больше, ребята. Вот так, он быстро впитывает, так что будем наносить его почаще, чтобы наша кошечка выздоровела. Вот так. Ребята, а у вас когда-нибудь болели котики? И еще крема. Так, совсем чуть-чуть. Ну, проходят, смотрите, кажется, они исчезают. Осталось всего чуть-чуть. Вот это прыщи. Может быть, это была ветрянка? Как вы думаете, ребята? Ну, а теперь закапаем кошечке глазки. Другое дело. И глазки уже не такие воспаленные. Но это еще не все. У нашей кошечки проблемы с ухом. Давайте посмотрим. Ого, сколько здесь жутких бактерий. Придется с ними побороться, ребята. Вот так. Зато, когда наша кошечка выздоровеет, обязательно устроим вечеринку и позовем туда котика Тома. Вот так. И последний. Смотрите, кошечка Бубу улыбается. У нее все хорошо. Можно тут и прибрать. Ой, Том, и тебя тоже выписали. Здорово. Пойдемте скорее домой. Ух ты, какой тут нас ждет дома беспорядок. Надо бы все убрать. Эй, даже мышки завелись, ты куда побежала? И здесь как грязно. Сейчас все уберем. Рыбка, просыпайся. Ой, а что там нам сегодня попадется в колесо фортуны? Давайте-ка покрутим наше колесо. Что, картофель фри или монетка? Монетка, 100 монет, ребята, целых 100 монет. Вот это день сегодня. Нам повезло. Ух ты, смотри, сколько здесь банановых шкурок. Это что, мышка что ли кушала? Ладно. Давай отправляться в ванну. Нет, ты хочешь в туалет? Ну, давай скорее. А потом я тебя искупаю. Кстати, ребята, у меня для вас хорошая новость. У меня появился новый канал, который называется Гамикс, ребята. Обязательно заходите на канал Гамикс и смотрите много прикольных видео. Так, надо смыть. Вот так. Отлично. Так, отмыли мы нашу кошечку или нет? Кстати, ребята, вы заметили? Я поменяла ей шубку. Раньше у нее была розовая шубочка, а сейчас она белая пушистая кошечка. Вам, кстати, какая больше нравилась, розовая или белая? Зубы чистить будешь, Злючка? Нет? Тогда пошли скорее завтракать. Что тут у тебя вкусного? Давай тебе разогрею чашечку чая. Держи чай. Ребята, а вы пьете чай на завтрак? Так, что тут у нас? Яичница. Суп? Ты захотела супа? Хорошо. Сейчас еще тебе яичницу погрею. Смотрите, какая у нас удобная духовка. Так удобно в ней подогревать. Смотрите, аж пар идет горячая. Будь осторожна. Давай теперь выбирай вкусный десерт. Ягоды? Не хочет. А мороженое? Вот это будешь. Хорошо. Есть еще конфеты. Вот такое мороженое. Пончики. Ничего себе, ты сегодня у меня прожора. Ну, а теперь почищу тебе зубки. Ребята, я ухаживаю за своей кошечкой. Хочу, чтобы у нее были здоровые зубки.
Расчесать тебя еще забыла. Ой, сколько шерсти у нас летит. Ребята, давайте-ка сделаем ремонт для нашей кошечки. У нас сегодня будут гости. Придет котик Том, как вы помните. Может быть, вот такую розовую или вот такую. Какой вам цвет больше нравится? А давайте сделаем зеленый. Поменяем плитку и готово. Можно аптечку еще новую купить. Посмотрим, какая есть. Давайте вот такую зелененькую купим. Здорово! Смотри, кошечка, у тебя новый классный дом. Здорово! Так. Нет, по дивану мы прыгать не будем. Пойдем выбирать одежду для вечеринки. Давай показывай, что тут у тебя есть классного. Ну-ка, может быть, вот эту? Смотри, тебе идет. Под твои голубые глазки. Или вот эту, беленькую, хочешь? А можем одеть красную в горошек. Ей все нравится, ребята. Вот такая у меня кошечка. А может быть, вот такую? С розовой? Давай. А розовый бантик есть? И бантик розовый есть. Тогда давай посмотрим тебе какое-нибудь новое украшение. Смотри, можно еще вот такую штучку тебе одеть. Смотрите, у нас есть классная корона. Розовая корона, целых 200 бриллиантиков. Ее еще мы ни разу не покупали. Ну вот, отличная покупка, как вы считаете. И сделаем тебе зеленые глазки. Наша кошечка готова к вечеринке. Ребята, ведь сегодня к ней придет сам котик Том. Кто любит котика Тома, ставьте лайк, друзья. Хочешь, немножко погуляем? А потом подготовим дом к вечеринке. Так, погода у нас стоит хорошая, ребята. Кстати, в сегодняшнем видео вас ждет целая куча приветиков, друзья. Приветиков от нашей кошечки Бубу. Но они, как всегда, немножко позже. Да, давно хотела вас спросить, а кто из вас уже подписался на канал Каталекс? Там я играю не одна, ребята. А с кем, увидите сами. Там есть очень прикольные игры. Рекомендую вам, ребята. Опа, а мы с кошечкой немножко попрыгаем. Все кошечки любят лазить по деревьям. Кстати, нам нужно заглянуть в магазин и купить продукты для вечеринки. Интересно, что любит котик Том? Наверняка он любит сладости, как и моя кошечка. У-у-у. Давай скорее наверх, вот так, и еще выше с тобой заберемся. Ух ты! Вау, как мы высоко! Опа! Давай еще выше, часы! Отлично, взяли! Ой, поломанные ветки, будь осторожна! Главное не упасть с такой высоты! Еще часы! Немножко не допрыгнули, у нас новый рекорд, ребята! У моей кошечки это самая любимая мини-игра! Как-то твоя подруга, давай ее навестим! Эй, мышка! Злючка, привет! На вечеринку к нам придешь? Там будет котик Том, он тебя съест. Котик Том любит мышей, Злючка. Эй, ты чего, больше не хочешь с нами поговорить? Тук-тук-тук. Ой, кажется, она сегодня совсем злая, ребята. Давай я донесу тебя вот так, на руках. У-у-у-у, смотри, как здорово. Пойдем купим что-нибудь вкусненькое и будем готовить дом для вечеринки. А вот и продуктовый магазинчик. Интересно, что любит котик Том? Ладно, я думаю, он любит рыбу. Как вы думаете, любит рыбу? Если да, пишите в комментариях цифру 1. Вот, я вам показываю меню. А вы напишите, что из этого любит котик Том. Чем мы будем с вами его кормить? Ну, а я пока возьму хот-доги, пиццу, гамбургер. Возьму вот этого краба и пару тортиков. Ух ты, тебе понравилось мое меню? Отлично! А пока наша кошечка идет домой, я буду передавать приветики. Сделаем ремонт, и сейчас нам придет котик Том, ребята. Уже ждете котика Тома? Ой, ты куда, что, в больницу? Ну мы же здоровы. Котика Тома уже выписали отсюда. Нет, нам сюда не надо. Мы с тобой идем в дом. Ребята, ну а первый привет сегодня получает Даша Брюшко. Огромный-огромный тебе привет, Дашенька. Полина Горбань и Маша Панкова. Огромный-огромный приветик вам, девчонки.
Олеся Первунина, Дильнара Амиртаева получает огромнейший привет. Соня Струк, тебе тоже большой привет. Катюшенька Клименко, привет тебе от нашей кошечки. Лиза Мовчан, Нина Колесова, Вика Трубицына, Влада Иванова получает огромный привет. А также Саша Колесникова, Полиночка и Платон Жарковы. Огромный-огромный вам привет, друзья. Настюша Ступанченко, Вика Федорова, Ксюша Петелина, а также Ирочка Дорошкина. Огромный-огромный тебе приветик, Ира. Юля Щетинина, Полина Волкова получает огромнейший приветик. Соня Воробьева, Кристина Соловьева, а также у меня есть привет для Ксюши Минаевой. И Димы Гурова тоже огромный-огромный приветик. Посадим немножко чего-нибудь у нас на огороде. Вика Салдатенкова получает огромный приветик. Эвелина Кошкина получает большущий привет от нашей кошечки. А также Ира Вишневская, Алла Михалева и Женя Морозов. Ребята, а в новых сериях вас еще ждет целая куча приветиков. Так, ладно, у тебя уже там сердечки? Это кто нам звонит, как вы думаете? Интересный звонок. Наша кошечка в кого-то влюблена. Как вы думаете, в кого? Это котик Бубу или котик Том? Она послала ему воздушный поцелуйчик. Может быть, это все-таки котик Том? Сейчас он к нам придет в гости. Давай сделаем ремонт и будем ждать нашего котика Тома. Каким цветом мы с тобой сделаем стены? Розовым? А что есть у нас еще? Давай посмотрим. Вот смотри, у нас еще есть сине-голубые стены. Вот такой можем сделать пол или посветлее. Есть посветлее? Сейчас проверим. Кажется, нет. Ладно, тогда давай сделаем вот такой пол. Это, кстати, королевский пол, ребята, если вы заметили. Вау, винтажный диванчик, 750 бриллиантов. Ничего себе, такой дорогой. Винтажный стол у нас будет. И винтажная книжная полка. Постелим новый ковер. Какой вам больше нравится? Может быть, со звездами? Сейчас выберем еще зеленый, прикольный. Желтый, кстати, мне тоже нравится. Можно и желтый. Давайте шторки новые купим. Вот такие желтые шторы. Желтые подушки. И еще одну желтенькую. Готово. А шторочки мы с вами поменяли. Можем рыбку желтую купить? Золотую. Вот такая. Ничего себе, она тоже очень дорогая, ребята. Купим футбольный мяч, поиграем с котиком Томом в футбол. И повесим королевский портрет. Готово. Ух ты, мы перешли на новый уровень, ребята. Давай включим другую музыку. Это мне не очень нравится. Может, вот это? А попробуй такую. Вот это уже повеселее. А есть еще что-нибудь? Эту включим на Новый год. Нет, мы еще что-нибудь найдем. А вот эту? Ну ладно, будет вот такая веселенькая. Ребята, а вот он и наш котик Том. Привет, Том! Мы так рады тебя видеть в гостях. Лови скорее мячик, Том. Можно поиграть в мяч. Ой, у нас колесо сломалось, ребята, вы это видели? Ничего себе! Куда ты вообще пропала? Эй, тихо, а то ты сейчас упадешь. Пойдем лучше, Тома, угостим чем-нибудь вкусненьким. Вы хотите танцевать? Ого, смотрите, как прикольно танцует наша кошечка. Та-дам! Отлично. Можно селфи сделать. Ух ты! Смотрите, какой вам нравится больше? Вечеринка селфи. Ух ты, кот-пират. Грустная кошечка. Это кто? Вот это ничего. А вот она, наша грустная королева. Оставим ее. Том, пойдем мы накормим тебя чем-нибудь вкусненьким. Что ты будешь кушать? Смотри, сколько тортиков. Угощайся. Ну вот, ребята. А может быть, немножко чая? Кому погреть чашечку чая? Готово. А вот и наш чай. Ой. Ребята, смотрите, сколько много времени. Нашему котику Тому пора идти домой. А мы с нашей кошечкой немножечко еще поиграем. Поиграем с ней вот в такую игру. Будем разукрашивать котиков. Смотрите, какая прикольная.
Ух ты! А кто любит играть в такую игру? Это игра на время. Ой, еще один котик. Ребята, знаете, еще к нашей кошечке Бубу должна в гости обязательно прийти кошечка Анжела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Последняя мордашка. Но нет, не успела, ребята. Вернемся домой. Закроем шторочку. Нашей кошечке пора немножечко отдохнуть, ребята. Обязательно посмотрите что-нибудь из рекомендуемых роликов выше. Оставайтесь с нами и смотрите новые серии про котика Бубу. Закрывай глазки, кошечка. Сладких тебе снов. Всем пока, ребята. Всем привет, ребята! Вы на канале Ушастый Кидс. Сегодня поиграем с нашим Бубу. Ой, что-то он немножечко грустный, ребята. Ой, кажется, он заболел. Давайте-ка немного его полечим. Что случилось, Бубу? Где ты уже успел упасть? Как-то я за ним не досмотрела, ребята. Значит, сейчас будем его лечить. Не переживай, сейчас сделаем тебе рентген и проверим. Возможно, все будет в порядке. Не бойся. Раз, два, три. Вспышка! Ух ты! Ой, нет, ребятки, придется котика полечить. Упал он у меня сильно. Наверное, опять лазил по деревьям. Все котики любят лазить по деревьям. И мой Бубу не исключение. Наверное, пытался там поймать какую-нибудь птичку. Ну ладно. Сейчас вылечим его и пойдем с ним по магазинам. Купим ему что-нибудь новенькое. Ух ты! Ты хоть по магазинам сможешь идти? Смотрите, перебинтованный, но такой счастливый у меня. Пойдем скорее. Хочешь, купим тебе новый телефончик? Ой, подожди, Бубу. Что-то мне кажется, распогодилось, жарко. Надо переодеться и помыться. Ты у меня что-то грязное совсем. В туалет? Ну давай скорее залази в туалет. Ой, мышка тут у нас живет, друзья, смотрите. А давай-ка, Бубу, придумаем для нашей подружки-мышки какое-нибудь имя. Как мы ее назовем? Может быть, назовем ее Кнопка, а может быть, Лапулечка или Алиса. Какое тебе имя нравится больше, Бубу? А давай мы назовем нашу мышку Масянькой. По-моему, прикольное имя. Как ты думаешь, ребятам понравится моя идея, Бубу? Мышка Масянька, вылази. А вот так, сейчас тебя быстренько потру. Зубы не будешь чистить? Ну ты даешь. Ребята, совсем не хочет чистить зубы. Ну, у нас тут и бардак, ну и ну. И косточка тут какая-то. Так, ладно, посмотрим, что тут у тебя на завтрак. Что, сладкое опять будешь? Ну ладно, держи. Еще кексик? Нет, не хочешь? Давай посмотрим, что тут у тебя, может, курочка какая-нибудь есть? Конечно, смотри, курочка. Сейчас погрею твою любимую. Готова? Кушай. Что купим в магазине? Ты уже решил? Давай купим каких-нибудь сладостей, одежды тебе купим и чего-нибудь, телефон обязательно купим. Да, ты рад? Хорошо. Кстати, нужно бы тебе домик подремонтировать. Давно мы тут тебе новенького ничего не покупали. Так, тут тоже уберем. Везде порядок, ребята. Котик Бубу очень любит, когда у нас чистенько. Так. А что тут здесь еще есть? Вот какая прикольная песенка. Кстати, давно мы не крутили колесо фортуны. Что попадет там сегодня? Сейчас посмотрим. И что же это? Вкусный гамбургер? Нет, крутим еще раз, ребята. Хорошо. Вращаем еще разок. Может быть, какое-нибудь зелье? Опять гамбургер? Ну вот, теперь понятно, что будет у Бубу на ужин. Класс! Ну чего, за покупками? Пойдем скорее. Ой, кто там у нас? Тут у нас песик Дуду, кстати, живет в этой будке. Видите? Вот такая у нас будочка. Ой, смотри, тут можно нам посадить с тобой вишенки. И грядки совсем пустые. Давай посадим тыквы. Скоро октябрь, будет Хэллоуин. Нам как раз пригодятся тыквы. Привет, коровка. А мы тут по магазинам. Ух ты, сколько теперь у нас цветущих деревьев. Здорово.
А давай я тебя, хочешь, немножечко пронесу? Вот так я умею. Полетели! У-ху! Здесь живут наши друзья, а здесь у нас госпиталь. Здесь у нас супермаркет, ребята. Что, зайдем купим сладостей? Уже облизывается. Вот обжора, ребята. Сейчас выберем что-нибудь самое-самое вкусное. Так, не все у нас тут открыто, но мы сейчас купим. Вот оно, мое любимое мороженое с клубникой. И вот это обожаю. Да, хотела бы зайти в гости к Губу и покушать вместе с ним мороженое. Еще куплю ему роллов. Ребята, а вы любите кушать роллы? Вот еще мороженое. И целое... Вау, кексики! Вы только посмотрите, сейчас мы ему сладости полный пакет наберем. Надо бы позвать кого-нибудь сегодня в гости. Помочь Бубу кушать только мороженого и сладости. Еще конфеты есть. Ну вот, унесешь все, я надеюсь. Ты чего, устал? Ладно, ладно, пойдем дальше. Телефон же ты очень хотел. Здесь у нас банк. В банке монетками мы уже заправились. А что это, фонтан тут? Ух ты, прикольный. Даже фейерверк можно пустить, смотри. Прикольный у нас салют. А вот и бутик. Кошачья одежда. Надо бы тебя переодеть. На улице так жарко. Давай тебе что-нибудь купим. Хочешь жилетку полосатую? Прикольная, правда? Давай посмотрим. А хочешь тебе костюм пилота? Устроишься на работу пилотом? Так, что тут еще у нас прикольненького? А вот какой костюм. А хочешь, даже могу тебя сделать Томом. Ой, Томом, запуталась. Бубу королем. Хочешь? А есть у нас тут королевская шапочка-то? Или корона? Чего-нибудь есть для короля у нас? Давай посмотрим, что тут продается-то. Ух ты, Бубу король. Нравится тебе новая покупка? Я думаю... Вау, давай тебе на хвостик бантик оденем. Ты будешь у меня настоящий королевский котик. Ну, а глазки можно поменять. Ребята, пока мы Бубу выбираем новые глазки, обязательно подпишитесь на наш канал Ушастик Kids. На нашем канале вы найдете много прикольных видео про котиков. Новые видео выходят 2 раза в день. Смотрите, какие классные глазки у нашего Бубу. Теперь ты настоящий король. Ладно, хватит тебе медитировать. У нас тут... Бубу, ты куда? Ты что, забыл, что ты у меня так сильно просил? Кошачий телефон, конечно же. Вау, вау, вау. Смотрите, что мы тут еще не покупали. Есть белый, черный, красный. А давайте купим ему зеленый. Вот такого у нас еще не было. А какая мелодия? И мелодию эту возьмем. Хотя можно послушать вот эту. Давайте сделаем ему первую мелодию. Такая смешная, простая мелодия. Кстати, пишите, ребята, какой телефон котику Бубу купить в новой серии. С каким он будет ходить? Какой вам понравился больше? Ух ты, нам тут подарочки открылись. Ну что, ты рад? Теперь ты у меня с новым телефоном. Вообще, ты теперь самый крутой кот. Хочешь немножко поиграть в футбол? Король, ой, а что это у нас тут, ракета? Ух ты! Полетаем немного, ребята. Давно я не играла в эту игру, уже даже не помню, как в нее играть. Ух ты! Сырки тут, планеты. Стреляй, 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 стреляй. Пришельцев тут не будет, которые нас будут пугать. Ой-оу! Так, всех стреляем, ребята. Бубу решил у меня покататься на ракете. Ну, покатаем. Раз хочет этого наш котик, тогда покатаем его на ракете. Ой-ой-ой-ой, смотри, сколько здесь пришельцев. Так, тут у нас чего там еще, бонус какой-то. Вау, ой. Кажется, мы потеряли жизнь. Ну вот и покатались. Понравилось тебе, еще полетать хочешь? Ну, ты даешь. На лодке, что ли, теперь? Что тут у нас есть, водички? Король решил съездить на королевскую рыбалку. А там что на вулкане? Смотри, интересно, мы можем на вулкан попасть? Нет, на вулкан не можем. Можем еще не только в космос полететь, но и покататься на подводной лодке. Вместе с нашим котиком. Нам тут нужно искать сокровища, да?
Сейчас поищем. Пагру. Ого! Ого! Вот это рыбешка! Ничего себе! Бубу, давай еще разок, только осторожней. Смотри, тут есть... Эй, ты что застрял там? Давай, нам нужно осторожно. Ой, 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 ты куда, куда, куда? Уплывай скорее от нее. Давай, давай, погоня, рыба-монстр. Вот это мы сегодня с тобой погуляли. Ничего себе, ребятки. Да, Бубу, не советовала бы я тебе нырять. Очень-очень опасная рыба. Давай-ка мы тебе лучше купим что-нибудь новенькое. Холодильник, например. Каким цветом? Какой вам нравится больше, ребят? О, давайте белый купим. Купим белую кухню. Сейчас все тебе тут поменяем. Будешь у нас жить в крутом домике. И вот здесь поменяем. И вот эту тоже поменяем. Плиту тебе купим новую. Новую полочку. Вот такую. Можно даже скатерть новую купить. Можно вот такую. Осталось только поменять обои. Сейчас выберем что-нибудь очень прикольное. Можно сделать вот такие, а можно сделать ярко-желтые у нас там были. Вау, как прикольно. Полы у нас-то есть ярко-желтые? Есть, вот они. Называется пол «Сантетка Манго», ребята. Вот это интересное название. И рыжий ковер купим. Ну, покажем котику. Смотри, класс, правда? Очень прикольно. Знаешь что, Бубу? Смотри, сколько я тут тебе зелий припасла. Хочешь что-нибудь попробовать? А что будет, кто знает, если выпить зелье, на котором написан вопрос? Кто правильно отгадает? Попробуй-ка. Вот так у Бубу поднялось хорошее настроение. А хочешь, я тебе дам зелье, на котором нарисован унитаз? А внутри еще что-то коричневое. Я надеюсь, что это не какашки. О-о, с тобой все в порядке, Бубу? Все нормально? Ой, что-то не так, смотрите, он бьет хвостиком. Кажется, это зелье было плохое, ребята. Бедный Бубу. О-о, это что происходит? Ты забыл за собой смыть? Давай тебе руки помою. Как у нас тут вода включается? Горячую тебе включим. Мой, скорее, свои лапки, пушистые, рыжие лапки. Бубу, а знаешь что, хочешь, я тебе шубку поменяю? Хочешь, будешь у нас не рыжим котом, а, например, сиамским? Нравится тебе сиамская порода? Или вот, шерсть наподобие смокинга, а можешь даже белым быть. Или даже превратить тебя могу в кошечку. Ух ты! Снежный барс, Бубу, ты теперь у меня будешь снежным барсом. Как тебе такая идея? Могу тебе вот такую жилетку одеть. Прикольно. Так, а что тебе там с головным убором для снежного барса? Ух ты! Смотри, нет, хвостик ему не нравится. Ну, сейчас посмотрим, что там у тебя еще есть классного. Можем тебе вот этот ирокез сделать. Хочешь? Тоже не хочет. Ладно, ребята, сейчас подберем ему что-нибудь, что ему нравится. Ой, что я тебе там одела? Будешь у меня супергероем. Сейчас тебе и костюм супергероя найдем, ты только не переживай. Вот, смотри, сколько. Красный, зеленый. Зеленый не нравится? Ого, можешь Бэтменом вообще быть. Бубу превратился в Бэтмена, ребята. Бэтмен такой будет миленький. С бантиком на хвосте. Вот с таким. Или с таким. Ладно, белое тебе куплю. Глаза давай поменяю тебе. Нет, не нравятся такие? Хорошо, сейчас посмотрим, что тут еще есть. Может, черный есть, как у Бэтмена? Ух ты, смотри, какие лиловые. Ну, давай купим. Ну, вот видишь, я знала, что тебе понравится. Бубу такой смешной, ребята. Бубу супергерой. Ну, подожди, подожди. Давай-ка мы тебе еще шерстку все-таки сделаем. Твою рыжую. Рыжий супергерой Бубу спешит на помощь, ребята. Кто это нам звонит на новый телефончик? Попробуем его. Я узнала ее. Это кошечка Анжела. Мы же купили целую кучу сладостей. Пригласили ее в гости. Пускай поужинает с нами всякими вкусняшками. Бубу, а что это у нас тут в спальне с тобой?
Поменять бы мебель тоже надо. Смотри, какую яркую мы тебе сейчас купим. Кроватка есть тут у нас какая-нибудь классная? Есть. Полку тебе поменяем. Купим новый шкафчик. И здесь можно купить новый шкафчик. Так, можно поменять цвет стены. Что бы нам выбрать? Вот такая есть, такая зеленая, синяя, красная. Давайте сделаем красную комнатку. Ух ты, какой пол! И зеленый пол. Вот такой. Ну вот, смотрите, у нас комната для супергероя. Как тебе, Бубу, нравится? Ты уже спать? Нет, подожди, спать нам еще рано. Ух ты, смотрите, ребята, супергерой Бубу спешит на помощь. Смотри, тут у тебя клубок еще есть. Хочешь поиграть? Можно вот так им побросаться. Классно, правда, ребята? А хочешь, селфи тебе сделаю? Слади, смотри. Селфи котика Бубу. Ух ты, ух ты, ух ты. Вау, а это чего? Ой, какой тебе больше нравится? Ух ты, давай оставим льва. Смешной, правда? Ладно. Ух ты, у тебя тут кран сломался. Давай-ка починим. Вот так, все подремонтируем, ребята. Будешь чай? Я могу тебе даже разогреть. И пончики. Давай чай с пончиками. Ой, а горячий. Осторожно, подуй. Вот так. Мой сладкоежка. Бубу, а ты знаешь что? Я совсем забыла. У нас же ребята ждут приветики. Давай с тобой скорее передадим. Давай. Яна Акимова сегодня получает самый первый приветик, Яночка, тебе. Аиша Абдурахманова и Сонечка Родионова, вам тоже по приветику, девчонки. Евгения Фадеева, Настюша Жовтановская, Полина Костенко огромный привет получает, София Воронина, Мария Сичевская, Кристина Маркова получает большой привет, Вероника, а также Лиза Нехаева, Настюша Зворыгина, Аленочка Вдовина получает пушистенький приветик. Танюшенька Карамышева, тебе тоже летит огромный-огромный привет от нашего канала. Анечка Буб, Вика и Юля, две подружки, вам самый-самый пушистый привет. Полина Савчина, Катя Горбань, Радик Кипчатов, большой тебе приветик. Также привет для Настюши Деревянкиной и Александры Султановой, а также Лия Кармышакова. Всем вам, друзья, большой-большой привет. Спасибо огромное, что вы смотрите наш канал. Мне кажется, наш супергерой немного устал. Залази-ка ты отдыхать, Бубу. Ребята, ну а с вами был канал Ушасти Kids. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новое видео, которое выходит 2 раза в день. Утром и вечером, друзья. На этом все. Пока-пока. Друзья, всем привет! Вы на канале Ушасти Kids. Сегодня понедельник, и мы играем с моей кошечкой Бубу. Вот такая прикольная розовая кошечка у меня живет. Вам нравится? Если да, ставьте лайк. А сейчас, ребята, я попытаюсь нашу кошечку напоить зельями, чтобы восполнить ее все характеристики. Посмотрим, что у нас тут есть. Вот такая бутылочка с зельем сна. Дам-ка я ее. Ну вот, теперь она совсем не захочет спать. А если дать ей вот эту желтую бутылочку, тогда у нашей кошечки будет отличное настроение, друзья. Так, а что у нас тут еще есть? А есть у нас бутылочка, чтобы не хотелось кушать? Конечно. А вот такая оранжевая с тортиком, ребята. Держи скорее. Ну вот. И кушать теперь наш котик совсем не хочет. Ой, только почему-то она у нас все равно грязная. Кто-то нам звонит. Наверное, это котик Бубу. Как вы помните, на нашем канале есть еще и котик Бубу рыжего цвета. А это его подружка. Кстати, неплохо было бы придумать для нее имя. Котик Бубу, а кошечка у нас будет. Придумайте прикольное имя, ребята. Эй, ты что там на пол села? Подожди, сейчас я тебе дам еще какое-нибудь зелье. Вот такое с бутылочкой. Ну вот, теперь наша кошечка чистая и в отличном настроении, друзья. Смотрите, у нас есть еще целый стол с зельями. А в этот раз кто? Кстати, вы заметили, я купила своей кошечке телефон розового цвета. Вот такой прикольный. Так, ну
что? Все характеристики у нас восполнены. Можно немножко убрать в нашем кошачьем домике. Какой тут беспорядок. А здесь давай посмотрим, что. Ух ты, теперь все чисто. Рыбку давай разбудим. Ой, рыбка, просыпайся. Ребята, а давно мы с вами не крутили колесо фортуны? Сейчас покрутим. Посмотрим, что нам сегодня попадется. Какой-нибудь бонус, подарочек, я надеюсь. Ой, это всего лишь перчик. Ну ладно, я, конечно, хотела какое-нибудь зелье, но попался перчик. А мы можем еще разок покрутить. Давайте покрутим. Вау, моя мечта исполнилась, ребята. В этот раз мне досталось зелье. Это зелье, благодаря которому нашей кошечке совсем не хочется кушать. Ребята, а давайте-ка мы немножко обновим наш зал. Сделаем ремонт для нашей кошечки. Для начала переклеим обои. Посмотрим, что тут у нас есть прикольного. А вот такие ярко-желтые, розовые. А давайте и сделаем розовые обои. Она же у нас девочка, наверняка ей понравится вот такая пурпурная стена. А что у нас тут с полом? Вау, и пол у нас есть бело-розовый. Прикольно. Кому понравилась моя идея, обязательно поставьте лайк. Да, ребята, у меня для вас сегодня целая куча приветиков. А если ты тоже хочешь получить привет, обязательно подпишись на канал и напиши в комментариях свое имя и фамилию. Так, а мебель мы каким цветом поменяем? Вот такую тоже с зеленым сделаем. И тумбочку. Вот такая у нас будет мебель. А надо бы повесить другие шторки, ребята. Можно вот такие розовые в горошек. Кстати, у меня для вас еще одна хорошая новость. У меня появился новый канал, который называется Гамикс. Ребята, обязательно заходите на канал Гамикс и подписывайтесь. А также не забудьте поделиться этой новостью с друзьями. Ой, а что-то у нас футбольный мячик нам не нужен. Купим вот такой пляжный мячик. Моя кошечка очень любит купаться и ходить на пляж. Так, окошко мы с вами поменяли. Подумаем над сменой картины. Вау, какие поющие кошки, красивый космос, корабль пиратский. Сова мне тоже очень нравится. Еще мне нравится вот эта радужная пони. Ой, наша кошечка, рыбка тут. Ну, давайте, может быть, кошечек вот такие купим. Картина с кошками. Так, ребята, надо поменять подушки. Розовые, интересно, есть? Может быть, какие-нибудь розовые в горошек? Отлично. И вот эту сейчас тоже поменяем. Вау, ребятки, да у нас будет новый крутой дом. И еще и розовый ковер в горошек. Пора показывать нашей кошечке ее новую квартиру. Ой, мы перешли на новый уровень. Класс! Смотрите, она смеется. Ей очень нравится. Как тебе твой новый зеленый диван? Клево? Ух ты! Ничего, куда она запрыгнула? Фуф! Я уже испугалась, что она упадет, ребята. Слази скорее. Пойдем-ка в спальню. Ой, кто тут тебе следы оставил? Знаешь что, нам нужно открыть окошко. Почему у нас так темно? Давай-ка переоденемся. Что хочешь одеть, моя кошечка? Давай посмотрим. У тебя тут столько прикольных нарядов. И вот такой, смотри, какой классный. Такой не нравится? А вот смотри, хочешь, я на тебя одену форму нашего котика? Какая смешная наша кошечка. Нет, а полосатый, ты похожа на кота Матроскина. Может быть, вот такое платье? Это нравится? Давай оденем. Я рада, что тебе понравилось. А хочешь, я куплю тебе вот такие голубые глазки? И понравилось, ребята. Надеюсь, что вам тоже нравится, как я одеваю свою кошечку. Смотри, бантик под цвет твоего платья. Хорошо. Давай посмотрим, какой есть головной убор. Красивые цветы. Очень здорово, по-моему. Прическа блондинка. Кошечка блондинка, просто повязка. А еще у нас с тобой есть целая куча красивых диадем. И даже вот такая корона. Будешь у меня королевской кошечкой? Давай купим тебе корону. Ничего себе, целых 200 бриллиантиков стоит вот такая корона. Ну вот и одели нашу кошечку. Если вам понравился костюм кошечки, обязательно напишите в комментариях «Мне нравится». Пойдем погуляем? Давай закроем шкаф. Ребята, вообще могу вам показать домик нашей кошечки. У нас теперь две розовых спальни. Ярко-желтая кухня, на которых у нас поломался кран. Давай-ка его починим. Представляете, она у меня даже кран умеет чинить. А хочешь, я тебе вкусный десерт дам? В нашем холодильнике полно всяких сладостей.
Смотрите, сколько вкусных тортиков. А мороженое, интересно, есть? Да, вот оно, эскимо, твое любимое. Наелся, еще хочешь? Смотри, есть еще полосатое. И вот такое. Главное только, чтобы она не простыла. Вроде бы все в порядке. Ой, смотри, кто-то тут косточку бросил. Ладно, пойдем с тобой немножко погуляем. Может быть, в магазин сходим за покупками. Смотрите, какая шикарная погода. А у нас тут фрукты почему-то не растут. О, вот, теперь наши деревья цветут, ребята. Ой, смотрите, сколько тыкв. Как раз пригодятся нам к этим выходным. Специально для Хэллоуина. Представляете, ребята, у меня тоже день рождения. Как раз почти на Хэллоуин в эти выходные. Ой, смотри, сколько ягодок. А когда день рождения у вас, ребята? Напишите в комментариях. Может, у кого-то тоже день рождения в эти выходные? Очень интересно. Посадим-ка мы тут вишни. Ой, коровка, как твои дела? Можем, кстати, и молока немножко собрать у нашей коровки. Вот так. Ребята, вам приходилось когда-нибудь доить корову? Так. Вот так. Надо побыстрее, ребята. У нас уже почти полная кастрюля. Неплохо. Кстати, давно хотела вас спросить. Вот вам кем больше нравится играть? Кошечкой Бубу или котиком Бубу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ух ты, смотрите, у нас полная кастрюля. И уже есть стаканчик молока для наших гостей. Может быть, успеем еще одну кастрюлю насобирать? Вот так, эй, молоко кончилось. Ну-ка, здесь, может, здесь еще есть, здесь есть. Так, ребятки, совсем чуть-чуть. Успеют два стакана или нет? Ну. Ну, уже чуть-чуть. Не успела, совсем немного оставалось. Ну и ладно. Моя кошечка, кстати, очень любит молоко. А еще она, как все кошечки, любит лазить по деревьям. И очень боится спускаться вниз, если залезла высоко. Представляете? Давай посмотрим, куда ты заберешься в этот раз. Смотри, тут у нас часики, их нужно брать, чтобы у нас появилось дополнительное время для большей высоты. Главное, ребятки, тут не свалиться. Один раз моя кошечка упала и переломала себе лапки. Представляете, какой ужас? Пришлось везти ее в больницу. Смотри, поломанная веточка, на нее только не наступай. И еще выше поднимемся, вот так. У нас часы. Давай, давай, еще выше. Вот так. Ой-ой-ой, смотри, не успели взять еще одни часы. Но неплохо. По-моему, хороший результат. А вам как кажется, ребята? Ой, наша подружка-мышка. Давай ее побеспокоим. Эй, злюка, как твои дела? Ой, какая злая мышка сегодня. Ну ладно, не будем больше над ней шутить. Не будем ее тревожить. А хочешь, я тебя пронесу? Смотри, как тогда мы быстро сможем. О, твоя любимая игра с сыром. Я знаю, ты ее очень-очень любишь. Ребята, пока моя кошечка тут играет с сыром, я передам для вас приветики. И первый привет сегодня летит для Даши Ромахиной. Огромный-огромный тебе приветик, Дашуля. Карина Мацкова и Тимофей Юхим получают огромный-огромный привет. Диана Тавгинь и Даниил Радышевский. Вам тоже по огромному привету, друзья. Настя Федорова получает огромнейший привет. Вера Пугудина, Элеонора Романова, Диана Зарилова получает огромнейший привет. Катюша Пупа, а также Алавия Королева. Большой пушистый тебе привет от нашей кошечки Алая. Оливия, точнее, прости. Также привет для Алины Теницкой, Дианы Глазыриной, Сони Никоновой огромнейший приветик. Ника Тенигина получает привет, Алена Танкович, Ангелина Новикова, Катюшенька Левашова, Даша Суховей и Олеся Дзубленко. Большой-большой вам всем приветик, друзья. Напоминаю, что если ты тоже хочешь получить привет от нашего канала Ушасти Kids, тогда напиши в комментариях свое имя и фамилию и не забудь подписаться на наш канал.
Ух ты, у нас комбо. Какой у нас высокий тортик из сырков получился, ребята. И еще кусочек. И еще больше. Ой, главное, чтобы не свалились. Вот такой торт. Мы сегодня построили с нашей кошечкой тортик из сыра. Ладно, как и обещала тебе, заглянем с тобой в парочку магазинов. Купим продукты на ужин, ведь сегодня у нашей кошечки будут гости. Чем будем кормить наших гостей? Смотри, сколько всего вкусного. Давай купим вот такое мороженое в стаканчике. Здорово. А еще купим побольше роллов. Ребята, а вы любите кушать роллы? Интересно, понравятся ли роллы гостям нашей кошечки? Ну, им наверняка понравится рыбка, поэтому ее мы возьмем точно. Пару рыбешек и, конечно же, тортики. Тортики на десерт, ребята. Вот так. Целая корзина продуктов у нас. Кошечка довольна. Она любит у меня сладости. Так же, как и я. Ну, а у нас с вами кошачий салон с телефонами. В этот раз я куплю белый телефончик, потому что его очень-очень просили подписчики купить именно такой телефон для нашей кошечки. И вот такая классная мелодия. Ребята, а если вы хотите телефон в другом цвете, тогда напишите в каком в комментариях. Ну что, самое время переодеться, ведь сегодня у нас будут гости. И ты должна быть самой красивой. У нас будет веселая вечеринка, так что оденем тебе, может, что-нибудь поярче. Хочешь вот такой сиреневый? Сиреневое платьице. Или вот такое? Нравится тебе? Как жалко, что у нас нет какого-нибудь королевского прикида. Вот для котика у нас тут целая коллекция. Хотя, вот это что такое? Да, тебе нравится? Отлично. Королевская шубка, ребята. Давай-ка мы тебе подыщем другой цвет глаз под нашу шубку. Смотри, какие красивые лиловые глаза. Сейчас посмотрим украшение, которое подойдет для нашей маленькой пушистой королевы. Ух ты, смотри, какая красивая. Аметистовая тиарочка. Здорово. А бантик у нас есть сиреневый? Даже бантик сиреневый есть. Вот такая красивая кошечка сегодня у нас будет на вечеринке встречать гостей. Ух ты, ты что, медитируешь? Да ладно. Ой, смотри, уже стемнело. Можно запустить фейерверк. Ух ты, здорово. Пора домой, ребятки. Ой, кажется, гости уже на подходе. Кошечка уже разговаривает по нашему новому телефончику. Ждем, ждем, ждем. Приходите скорее. Ребята, ну а на этом все. Обязательно посмотрите что-нибудь из рекомендуемых выше серий. И подписывайтесь на наш канал Ушастый Кит, ведь мы всегда рады новым друзьям. О нет! Кажется, нашей кошечке придется ехать в больницу, а не встречать гостей. Ребята, мы в больницу. Всем пока-пока. Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Кит. И сегодня мы будем играть вместе с нашим котиком Бубу. Ребята, кто скучал по котику Бубу, ставьте ваши лайки. Давай скорее искупаемся, Бубу. Ой, какой у нас тут беспорядок, ребята. Ого, сколько тут мусора. Ой, и рыбка у нас даже уснула. Ты что, устал, Бубу? Давай покрутим с тобой рулетку. Ребята, обычно котик Бубу любит прыгать на диване, а сегодня он просто присел. Что, не выспался, наверное? Ой, у нас тут какое-то зелье попалось. Пойдем-ка попробуем его, Бубу. Ты че, грустный-то такой? Пойдем скорее, я дам тебе зелье, которое мы выиграли. Посмотрим, что оно обозначает. Ой, точно, ребята, ему надо дать вот эту бутылочку, он не выспался. А еще дам ему вот эту желтую. Так удобно, и у нашего котика сразу хорошее настроение. А вот у нас какая бутылочка.
Ой, кажется, от этой бутылочки наш котик стал совсем голодный. Держи скорее тортик, Бубу. А кексик? А давай мы сами с тобой что-нибудь приготовим. Ребята, мой котик Бубу обожает готовить. Особенно свои фирменные булки кошачьи. Смотрите, высыпаем муку. Немножечко воды. И еще несколько секретных ингредиентов. Все хорошенечко взбиваем. У нас тут даже миксер есть. Все как положено. И сейчас у нас будет очень вкусная булочка. Знаете только, ребята, ее нужно обязательно запечь в духовке. Ой, кажется, уже готово. Смотрите, даже пар идет. Держи свою булку. Ребята, а давайте-ка мы сделаем для котика новую кухню. Купим ему чего-нибудь новенького. Кажется, это кошечка Бубу. Она приглашает нас погулять на улице. Сейчас мы только купим новую кухню и пойдем погуляем. Смотрите, какие у нас тут цвета есть. Давайте сделаем в холодильник лимонного дерева. Какое прикольное название. Ой, ребята, у нас кончились все бриллиантики. А мы... Нет, к сожалению, мы можем купить только монетки. Бубу, ты представляешь, у нас с тобой закончились все бриллианты. Ой, а что тут у нас, кран потек? Ну ничего, насобираем с тобой бриллиантиков и доделаем твою новую кухню. Пойдем-ка лучше я тебя переодену. Ой, какой тут у нас беспорядок. Давай посмотрим, что тут у тебя есть из одежды прикольного. Может быть, вот такую яркую кофточку хочешь? Ой, смотри, у тебя даже есть баскетбольный костюмчик. Прикольный. Ой, а куда он делся? Его надо купить. Можно одеть вот такую кепку. А вот бантик нам не нужен. Как бы его снять? А вот так и сняли. Кажется, Бубу немножко расстроился из-за того, что я сняла ему бантик. А хочешь вот такие? Ой, тоже не хватает бриллиантиков, ребята. Красные глазки, разноцветные глазки, зеленые и желтые. Будут у нас желтые глазки. Давай тебе еще бантик на хвост поменяем. Повесим тебе. Есть тут голубой? Ну, только вот такой. Зато новый. Ну, как тебе твой новый костюмчик, Бубу? Я надеюсь, понравился. И вам, надеюсь, ребята, понравился тоже. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал Ушастый Кит. На нашем канале вы найдете много прикольных видео, которые выходят каждый день. Так, ребята, можем купить теплое рыжее одеяло для нашего котика. И кремовую кроватку. А есть тут у нас новый шкаф? Вот такой, белого цвета. Может быть, еще ковер новый купим? Так, так, так. Нужны бриллианты. А есть что-нибудь за монетки-то? Можно только сделать рыжий ковер. И поменять, например, рыжие занавески. Да, ребята, нужны нам точно бриллиантики. Может быть, хотя бы картину можно поменять? Сделаем картину с рыбками. Зато можно поменять игрушку. Купим для нашего Бубу милую панду. Ну как тебе, Бубу? Твоя новая комната прикольная, правда? А пойдем-ка мы с тобой немножечко погуляем. Что тут у нас с тобой во дворе? Кстати, ребята, а вам нравится игра про друга нашего котика Бубу, песика Дуду? Если нравится, смотрите ее на нашем канале в предыдущих видео. Посадим немножко овощей на клумбу с тобой, да? А здесь посадим вишни, а вот сюда немного ежевики. Бубу, смотри, наша коровка тут. Ребята, он даже облизывался, когда увидел нашу коровку.
Давайте насобираем немного молока. Эй, ты там чего, будешь писать или нет? Вот так, смотрите, сейчас надуем полную кастрюльку. Так, ребята, у нас есть еще немного времени. Ну, полная кастрюля. Ура, ура, ура. У нас уже есть стаканчик молока на ужин. Смотрите, уже немножко взошли наши тыквы и капуста. А здесь чего посадим? А здесь посадим яблочки и малину. Ням-ням-ням. Наш котик Бубу очень любит кушать малинку. Бубу, давно мы с тобой не играли в баскетбол. И зря же мы одели форму. Эй, тук-тук-тук. Смотрите, как он прикольно дразнит. Вот это прикол, ребята. Вот это прикол. Бубу, будем играть в баскетбол. Ребята, а какой спорт любите вы? Напишите, чем вы увлекаетесь. А вот и наша баскетбольная площадка. Очень удобно, рядом с домом. Пойдем поиграем. Ура-ура, первый гол. Честно, ребята, у нашего котика Бубу не очень получается играть в баскетбол. Он только учится. Кстати, а кто из вас играл когда-нибудь в баскетбол? Напишите в комментариях цифру 5. Все, кто играл в баскетбол, напишите пятерочку. Ой, смотри, тебе сейчас на голову упадет. Ребята, как вы думаете, мы с котиком Бубу хотим устроить вечеринку? Кого нам пригласить в гости? Может быть, кошечку Анжелу или котика Тома, а может быть, заодно и Джинджера? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кого котику Бубу все-таки позвать в гости? Ой, у нас сейчас кончится время. Давай еще один мячик. Вот так, сейчас забросим. Ну, наконец-то, мы с Бубу попали в корзину. Давай бросим посильнее, вот сюда. Отлично. Ой, кажется, ударился об корзину. И еще гол, неплохо. Ой, а этот мяч совсем отлетел. Уже лучше, Бубу. Вот так, немного тренировок, и ты уже начинаешь попадать. Оу, еще один гол. Вы это видели, ребята? Вот так у меня Бубу немножечко занимается спортом. А еще он очень любит лазить по деревьям. Ну вот. Пойдем-ка мы с тобой немного полазим по деревьям. И заодно передадим много-много приветов для наших любимых подписчиков. Ребята, первый привет сегодня хочу отправить для Дениса Виноградова. Даночка Юцик тоже получает огромный привет. Также привет летит для Дианы Радунцевой, Амалии Ахтименко, Виктории Соколовой. Большой-большой приветик. Также привет для Кристиночки Буц, Алены Истратовой, Наташи Кудрявцеву. А также огромный привет для Максима и Вани Малишевских. Большой пушистый вам приветик, друзья. Амина Жерцыбаева, Алиса Стихина. И огромный привет для Маши Сыромятниковой, Саши Кондраковой, Анжелики Вронской, Мирославы, Леры Рахитовой, Лизы Ешковой, Лизы Шукевич, Тамары Сгоевой, Танюши Андреевой, Ксюши Фурсиной, Лизы Шукевич и Сарочки Исмаиловой. Огромный-огромный привет! А в этом домике живет наша подружка. Привет! Как твои дела? Показывай-ка свой дом. Что тут у тебя прикольного? Ой, капуста! Ты прячешь в кровати капусту? Вот это прикол! А что тут у тебя еще? Тут ничего? А здесь чего? Здесь у нас душик, можно искупаться. И даже аптечка с зельями.
Ой, тут тоже груша, спасибо. Ну вот, видите, ребята, нас угостили фруктами. Смотрите, как прикольно танцует эта кошечка. Наш Бубу тоже очень любит танцевать. Пока-пока. Ну а сейчас самое время нашему котику немножечко отдохнуть. Залази скорее в кроватку, уже стемнело. Закрою-ка я окно. Ребята, с вами был канал Ушасти Кидс. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новые видео самыми первыми. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята.